Всем доброго времени суток, мои чаи, мои лимоны. Я, короче, сейчас все подобрал, нашел я несколько картошин, сварю-ка я шурпу. То есть, залез, нашел, короче, ну, лапшичку уже не буду, хотя я читал комментарии, лапшичку предлагать, я тоже о ней думал. Каша лайком сварена, вот, покормлю их потом. Вот, я бульон сейчас делаю пока. Вот, бульон пусть готовится, разберу курицу. Ну, все просто, простой суп. Я не знаю, если, может быть, еще у меня там брокколи были. Брокколи можно кинуть. Такое овощное, знаете, что-то примяси, при этом цыпленок табака. И сделать это, такое овощное. Я сейчас еще мучаюсь с такой картошкой. Она, видать, это с морковкой. Наверное, такая вот еще, ну, смягчилась. Может быть, от холода, от пола, хотя... В ящике лежит. А так вроде она так ничего, морковочка-то. Такая твердая. Ну, нормальная. Ну, вот, короче, шурпу я сварю, похлебку овощную такую себе с картошкой. Нашел, было чуть-чуть у меня. И слава богу. Правда, картошка написана для жарки. Не знаю, мне казалось, что она в салате немножко сладковатая. А сладковатая, это значит подмороженная по-любому. Ну, такую продают. На вид она хорошая. То есть, ну, такая и шкурка, и это... Так, собаку надо вынести, он тоже отдельным покормим, я покажу. Зато там-то я уже все почистил. Ой, никак, еще шестой. Почистил, порубил, осталось только убрать. Снег я везде убрал здесь. А этот... Морды, секьюти, да, потому что целое корыто нарубил. Я сейчас все в прицеп уберу, то вы совсем зажрались. Вот, а вот лед, я не знаю, что с ступеньками делать, соль, что ли, посыпать. Натекло воды, когда оттепель была, и она сейчас застыла. Ну, короче, такие дела. Так, ладно, я буду готовить бульон. С лайками потом разберемся в другом видео. Вот, здесь я денежку положил на этот телефон. Я теперь своего телефона этого теперь вот снимаю и... Выкладываю, слава богу. Потому что в доме на том телефоне на безлимитном нет ничего. Худо-бедно. Чуть-чуть вышел из положения, чтобы вы не теряли меня. Все, курицу готовлю, короче. Давайте сварим. Что, я давно не снимал такое, что для себя. С луковичкой все как. Лука хватает, кстати. Лука... Вот. Ну, такие дела. Ждем бульон. Я продолжу с морковкой. Кипит с лучком. Это хорошо. Так, это у меня тут готово. Чесночек. Я еще последний такой был у меня покупной. Это такой в сеточке, знаете, продается. Но чуть, но для супа пойдет, короче. Так, решил еще вспомнил, что можно помидорку порезать. Тоже приготовим. Сейчас лук приготовим еще. Нарежу. В принципе, только у меня не хватает. Единственный момент, не хватает у меня только это зелени. Сейчас пойду этот. Ее надо будет достать. Вот ее тыкнуть. Что она там, живая, не? Разобраться она еще. Не разберется, наверное. Я это грудку тыкаю. Хотя. Пусть поварится, наверное, еще немного, да? Ну, вроде так. Ой, стыкал всю курицу. А, бульончик, смотрите, какой. Наваристый бульончик. Ну, вот здесь красота. Морковка, конечно, красоту дает. Обалденно. Да? Куряка. Ну, варим мы эту собаку. Так, чеснок, морковка и лук мне. Лучок. Так, лук я почистил. Сейчас я помидорку на это. Прикрепните. Напитки мои все эти. Уже мешают они мне. Тут осталось три сахарина.
Все никак закончить не могу. Уже год этот сахар лежит. Я его решил песок не трогать. Думаю, что сахар покупать. Есть кубики. Как раньше в старину же толком песка-то и не было. Раньше. Так. Так. Помидорка, лук. Большой нож. Лук мы в чеснок. Я нарезал полукольцами. Помидор. Скорее всего, я нарежу дольками. Долечками придаст такую, да, как в щах, например, помидорка. То есть сюда мы ее оставим вот так пока. Вовит радуй, вовит радуй. Пурга, метель, вьюга. Так, ну что, я достаю курицу, потому что ну сколько она будет? Она у меня же порядком. Я проткну ее где-нибудь там. Проткну. Давай, родная, на остывалку и на стекалку. Бульончик остается. Вот. Правда, конечно, суп вот так вообще лучше бы купить либо баранину, либо купить этот, ну, что-нибудь говяжье. Вообще, просто надо было мне достать лося. Ну, ладно. Мясо-то уже, как бы, пусть лежит до лучших времен. Как бы оно есть, но лучше курицу. Она и бульончик хороший, тоже нормальный. Вот. Тут у меня... Чеснок я прям не буду ничего резать. Я его прям так целиком шурпу в этот суп. Короче, суп-шурпа идет на ура. Так, вы знаете, я ее для шурпы... Она стекла уже. Я разберу ее, то есть крупно. Я сейчас ее разрежу просто. Разломаю. Ты, блин, да стой ты. Какой-то этот неправильный поставил я. Совсем вниз. Не наклоняется. Так. Тепленькая пошла. Так. Жарковато. Грудка. Давай, родная. Немножко горячневато.
Так, разломал ее на большие части. Кожу, может, вы скажете, что не надо ее есть там или что-то еще. Я кожу ем. Все, она большими кусками пошла у меня. Так, так, так. Пусть сейчас закипит по новой. Так, ну что, закипело. Блин, я думаю, все, чесночок. Да ладно, он мелкий. Засыпаю лук вместе с чесноком. Сейчас я его разделю. Хватило бы места. Сколько там сейчас литров? 7. Пусть варится, закипает. Так, надо сейчас посолить, закипело. Сейчас посолим, девушка. Блин, давно 100 лет не варил, целый год не варил себе первое. Ложки, наверное, маловато, он такой кастрюлю. Еще чуть-чуть добавим. Вот лучок. Немножко чесночок плавает. Кусманчики такой его сразу один положил. И все. Так, что у меня тут? Морква. Лаврушечка. Сейчас еще бы перчику болгарского туда-сюда. Но я мелко резать ее не буду. Я ее вот так сразу раз. Ну, она варится быстро. Сейчас мы картошку сразу закинем. Но супец пошла. Просто если, как бы, да, вот, чтобы она места много не занимала, ее, конечно, можно, если поменьше кастрюлька, лучше, конечно, маленькими кусочками настругать. Сейчас я солью картошку. Кстати, мне картошку взять, и мама Лешина. Так. Тык, 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 тык. Полная кастрюля получилась. Картошку надо было пополам порезать, по идее. Может, мне ее повытаскивать? Быстрее сварится. И так быстро варится. Помидорчик чуть попозже. В самом конце, потому что они... Ну, короче, пусть дальше чуть-чуть еще варится. Короче, сварил как есть. Так-то. Тепленькая пошла. Так, короче, я чуть подрезал, я так ножом, трык-трык-трык, и картошины большие, 2 или 3 пополам, ну, чтобы побыстрее это все сварилось. Ну, выглядит аппетитно, суп супом, ну, вот такой вот. Так, сейчас со специями, это тут мне присылали когда-то, тут написано, я так понимаю, съел для лагмана, да, ну, какая тоже суп, наверное, вроде нет. Ну, для плова у меня там еще лежат. Для плова немножко другое у меня все. Блин, как бы, ну, открыть бы это все дело. О, какая, что это такое? Какая-то звездочка. А, вкусно пахнет. Так, нам бы. Нам надо сейчас засыпать специи. Они как раз тут все разные. Так. Так. Они там что-то еще желтое сыпят. Ну вот, на восточном что-то такое. Короче, пусть плавает. Я не знаю, что это такое. Звездочка какая-то. Мне бы добраться вон до красных-желтых. У нас прослойками тут.
Тут и травушка, муравушка, я вижу. Всякие специи. Ну, этого для специй будет. О! Ох, запах какой пошел. Ух, как классно. Ух, ёкарный бабай. Что такое, я не знаю, короче. Все восточное. А что? Что это? И цвет такой. Но запах, я вам скажу, вот как только специи пошли в это что-то с чем-то. Так, ну что у нас? Помидорочки пойдут. Так. Помидорочки. Не успеваем. Короче, я 100 лет такой не варил. В Казани в основном на охотах. Обычно вот такими порциями варю. Вот это все делаю. Там, когда у нас компания, охотники. Все остальное здесь нет. Так, лаврушку тоже я сейчас закину. 4 листика. Как разбухнет сейчас эта звезда престола. Так. Очень аппетитно смотрится. Теперь дожидаемся закипания. Крышечка ненадолго. Чик. Я успею как раз сполоснуть свои приборы из приготовления. Так, это пусть все сохнет. Я потом уберу, повешу. Ну, обычно лаврушку не кидают. У нас русские только кидают в основном. Ну, как я имею в виду, в такие супы. Ну, я редко вижу, чтобы лаврушку кидали. Именно. Хотя в шурпу я всегда, мы варим, я кидаю всегда лаврушку. Вот. Очень насыщенно выглядит, конечно, запах. Ребята, идет чеснок, куда-то все. Витаминный суп. Первый суп этого года, 2022. Дядя Юра заварганил. Ой, супец. Ну, будет вкусно. Как... Кушай, молодец. А, ну, кормить не успеваю по-светлому. Идет пурга. То есть, ну, это покажу уже потом. Я сейчас свет им включу. Все равно кормить надо, идти. Ну, хотел по-светлому. Не, редко получается, потому что я кормлю всегда на ночь. А темнеет еще, пока идет этот, идет зима, поэтому темнеет поздно, то есть рано. Летом будет проще. Вот. И то жара не будет мало есть. Лайка есть лайка. Вот мне надо с чайником заняться. Сейчас как мы его одной штучкой побрызгаем. Ну, я рекламу не даю. Там там воды нету. И сейчас его приведем в порядок. Экранчик заодно. Пусть чай стекает. Очень хорошая штука. По акции иногда беру, когда она по 100 чем-то рублей. И блеск дает обалденно. Даже сейчас видно, как блестит, видите? Ну, и чайник тоже никелированный, поэтому я использую. Вот, а так... В принципе, достаточно вот чуть-чуть воды. Чик. И потом просто вот водичку так пролить. И он как новый. Видите? Также и рычаг. И все чисто да гладко. Ну и чайник чуть-чуть надо. Он немножко бывает от него летит от кастрюль. Я его немножко потру. Так что вот такие дела. Немножко, да, надо пошмурыгать его. А рак, ну, видите, как блестит. Как котовые причиндалы. Хорошая вещь. Нет разводов, ничего. Это так, кому-нибудь, может, интересно. В пятерке обычно ее. Ну, или где бывает. Ой, какой запах, ребята. Ой, какой запах. Хоть в кастрюлю ныряй. Ёкарный бабай. Еще ждем, ждем, ждем. Немножко ждем. Да, сходил, каша остыла уже быстро. Когда говорю, пронизающая такая погода. Потише сделал, пусть. Еще чуть-чуть ждем, минут 10, наверное. И все. Я пойду потом на улицу кормить людоедов.
Вот, остальное в тирку. Ну, в принципе, у меня более-менее еще вот у брата свекла, он текла у меня лежала, которую собакам сейчас сварил. Блин, ну откуда она берется? Нет-нет, откуда-то поползет. Мне приходится опять оттуда все вытаскивать и вытирать возле плинтусов. Проникающая такая. Ну, пусть сейчас ждем еще. То что, насыпем? Где моя большая тарелка? Где половник? Все, я выключаю. Открываю. Так. Где тарелка? О, собачка вот там. О, пошла. Все в кучу. Ну что, я варил? Шо-шо, ляшку себе положу, наверное. Помягче. Морковочки. Я говорю, зелени не хватает, блин. Ну и обычно кладут где-нибудь, ловят картошину. О! Ну, падает. О. Еще морковочки. Так, все, это я. Пусть настаивается. Мне кажется, потом она еще будет вкуснее. Заодно и половник, по-моему. Ну что могу сказать? Выглядит вкусно. Ну давайте я чуть попробую на соль, на все остальное. Прям вообще специи вот это вот. Смотрите, картошка вся, то есть разошлась. Правильно сделал, что я пополам ее. То есть она не, ну, не сырая. Вот. Морковка тоже. Вот вся. Так что тут самое главное — это мясо и бульон. Не, ну овощи тоже. Не, еще можно было брокколи как бы это сделать. Ну что могу сказать? Всем с прошедшими праздниками опять. Что, приятного аппетита. Вот. Я буду пока ставить на обработку, склеиваю. Я думаю, что мы еще успеем. Сегодня какое у нас число-то? Чтобы вы понимали. 15-е. 17-12. Да. И все. И это. А я пойду кормить, потому что на улице уже все. Перды-морды. Все. Всем пока.